обзоре от магазина «Купи сувениры» хочу представить ему вот такую вот троицу слонов, такую вот, скажем, скульптурную композицию из трех слонов, которые, вопреки бытующему мнению, совсем по-мещански не выглядят. Эти слоны сделаны в Индонезии, сделаны из дерева бальза, оно очень легкое, хорошо поддается обработке, и расписаны вот так вот, так рельефно расписаны вручную. Все слоны с таким вот поднятым хоботом. Я показываю вам самого большого представителя из этой троицы, как бы папу. Вот. Мама и маленький слоненок такие же, только меньше по размеру. Вот. Вот такая вот скульптурная композиция замечательно подойдет для декора какого-то экзотического интерьера, в африканском, может быть, стиле. В общем, каждый для себя решит, для чего подойдет. Мое дело показать, как эти слоники выглядят со всей стороны. Со всех сторон. Стоят достаточно уверенно. Заходите в наш магазин, выбирайте вот этих замечательных слоников. Спасибо.